Здравствуйте. Меня зовут Мария Жиганова, я актриса. В 2008 году я закончила Санкт-Петербургский институт культуры и искусств, мастерская Чуткова Владимира Семеновича. На сегодняшний день я актриса кино. У меня более 35 работ, среди них есть главные роли в сериалах и небольшие роли в полнометражных фильмах. Я стараюсь не стоять на месте, постоянно совершенствовать свой профессионализм. Например, в ноябре 2019 года я была в Москве на недельном воркшопе основателя Берлинской школы по системе Михаила Чехова Йобста Ландхаста. Это была потрясающая неделя, неделя новых открытий, положительных эмоций. И с этим мощным зарядом я вступила в новый 2020 год. Я играю на различных музыкальных инструментах, например, на фортепиано и на гитаре. Увлекаюсь спортом, йогой, сноубордом. Неплохо владею английским языком и вожу автомобиль. До встречи!